Жительница Самары Дарья Малеева еще не так давно снимала квартиру. Однажды соседи затеяли капитальный ремонт, и спокойная жизнь у семьи закончилась на долгое время. Это было очень громко и продолжительно, да. И делали они это, ну, не то чтобы круглосуточно, но в течение всего дня, наверное, прям без перерывов. А я, поскольку работаю частично из дома, как раз я все это вот слушала, естественно, мне это мешало. Старший участковый отдела полиции по Октябрьскому району города Самары Василий Буркашев говорит, что чаще люди шумят летом. Горожане отдыхают во дворах домов. Также случается, что срабатывает сигнализация в припаркованных автомобилях. Через открытые окна этот шум мешает гораздо сильнее, чем в холодное время года. А что касаемо непосредственно соседей, которые живут в многоквартирных домах, это, как правило, бытовые шумы. Как правило, в период выходных это кто-то, придя с работы, получив немножко времени, пытается что-то дома отремонтировать, использует звуковые шумные приборы, электроприборы. Соответственно, это кому-то мешает отдыхать. Дом – это место, куда человек приходит отдыхать. Он ожидает, что это будет безопасное и уютное место. И когда в эту безопасность вторгается громкий и продолжительный шум, человек испытывает дискомфорт и даже может стать агрессивным. Замучили шуметь! Если мы имеем дело с систематическими историями подобного рода, то человек утром просыпается не выспавшийся, приходит на работу уставший, на работе не может нормально функционировать, к вечеру он еще более истощен, снова не может выспаться, и, естественно, он в какой-то момент может словить нервный срыв. Есть случаи, когда люди, регулярно испытывающие дома дискомфорт от громкого шума, вынуждены обращаться за помощью к психологам. Специалисты не только стараются помочь человеку снять агрессию, которая может появиться из-за желания защитить свою безопасность дома, но и учат договариваться с соседями. Иногда даже приходится обучать правильно проводить беседу с соседями для того, чтобы не провоцировать в них какую-то принципиальность, из-за которой они будут еще больше шуметь. Потому что прийти и наорать, это будет иметь обратный эффект. В Самарской области закон о тишине ввели еще в 2014 году. В 2023 были установлены новые правила максимально допустимого шума в жилых помещениях. Согласно новому закону, время ремонта в квартирах ограничено, и проводиться он может только в определенные дни и часы. В регионе введен жесткий регламент. В случае систематического нарушения закона о тишине в дело вступают правоохранительные органы и администрации внутригородских районов. То есть мы получаем материалы, соответственно, выходим на адреса, устанавливаем причину лиц, совершивших данное нарушение. И уже, как бы, так как находится это рассмотрение и привлечение к административной ответственности административным комиссиям при администрациях района, материал направляется для принятия решения, соответственно, туда. В конце октября в Госдуму внесли доработанный законопроект о тишине. Если сейчас регионы самостоятельно определяют временные рамки, когда можно шуметь, а когда нельзя, то парламентарии решили ввести единые правила для всей страны. Запрет на шум с 23:00 до 7 утра. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ с 9:00 до 19:00 только в будни, с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Тишина вроде должна быть у всех одинаковая, а она у всех по-разному. И в Самарской области, на мой взгляд, один из самых мягких законов о тишине к нарушителям этой тишины, ну, так говорить, по большому счету, да, это так. Поэтому, когда это будет едино, мне кажется, это действительно должно привести к какому-то большему порядку, большему пониманию граждан, что и где можно как себя вести. Кроме того, предполагается, что изменения коснутся и соблюдения самого закона. Жильцы получают право выбирать ответственного, который будет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. На практике, ну, скажем, в действительности, в реальности, оказывается немножко по-другому, что измерить этот уровень шума самостоятельно не может ни сам жилец, который страдает от шума другого, ни тот же самый участковый инспектор полиции. То есть для того, чтобы ему идти нормально доказывать какое-то нарушение, нужно вот привести какие-то доказательства, то есть какие-то измерительные приборы поставить, купить. Как будут применяться на практике поправки в закон о тишине, покажет время. По крайней мере, в Самарской области административные дела, которые дошли до суда, можно пересчитать по пальцам на одной руке. Большинство людей этой возможностью не пользуются, потому что дорого и хлопотно. Самостоятельно составить грамотный иск неискушенному в судебных тяжбах человеку довольно сложно, а нанимать адвокатов не все могут себе позволить.